Первый день Светлой Пасхальной Седмицы Божественной Литургии в Храме Рождества Христова возглавил его Высокопреосвященство митрополит Екатеринодарский Кубанский Григорий. Владыку Григория встретили духовенство храма, рождественские казаки, учащиеся Русской Православной Школы, воспитанники детского дома и прихожане храма. За богослужением его Высокопреосвященству сослужили настоятель храма протоиерей Александр Игнатов и духовенство храма. Песнопения в этот день исполнили мужской и молодежные хоры. По окончании литургии владыка Григорий раздал каждому прихожанину освященные пасхальные яйца, традиционный символ праздника Воскресения Христова. По окончании литургии состоялся крестный ход, совершаемый в пасхальные дни. Это победное шествие Христа Спасителя со всей своей церковью, небесной и земною. Христос воскрес! В завершении архипастырского визита митрополит Григорий посетил казачий хуторок на территории храма. В Русской Православной Школе при Храме Рождества Христова на сцене зала духовных бесед учащиеся школы, воспитанники детского дома «Рождественский» и молодежный хор подготовили для владыки небольшое выступление, пропели пасхальные песнопения и показали танцевальные номера. Пасха Христова – это то солнце, которое нас с вами согревает, согревает наши души. Христос воскресший с нами всегда, даже тогда, когда нам тяжело. Нам самое важное – не забывать этого, потому что Бог возлюбил нас. И Бог все сделал для нашего спасения. Будем проповедовать Христа воскресшего и своим словом, и самой своей жизнью. Будем свидетельствовать о Боге, будем делать все для того, чтобы вера православная, вера, основанная на вере воскресения Христова, умножилась, процвела, а Церковь Божия, которую все мы наполняем, принесла добрый плод. Настоятель рождественского храма, отец Александр, от имени всего прихода вручил владыке Григорию цветы. Пусть Господь укрепит вас на этом добром пути на многое лето и укрепит ваши силы для служения у престола Господня. Христос воскресе! Примите эти цветы, владыка.